Із найкращими побажаннями напередодні Дня Святого Валентина школярі вирішили відвідати відому госпітальєрку Яну Зінкевич. Дівчина повернулася з першої реабілітації в Ізраїлі, тепер перебуває у Дніпропетровській обласній лікарні. Діти прийшли не з порожніми руками, а й з подарунками, що їх зробили самі, навіть із домашніми пирогами. Головний лікар і сам розчулився, бо ось такі домашні теплі візити – те, що треба для Яни. День Святого Валентина. Дети старались, делали все, вот деревце, вручай, говори. Вот пирог, эта девочка сама пекла пирог, выложила ваше имя, это все делали дети. Мы сегодня искренне хотим, чтобы у вас было праздничное настроение. Позвонила классная руководительница и сказала, спеки пирог и сделай что-нибудь своими руками, потому что мы придем к Яне и будем дарить ей подарки разные, чтобы она поскорее выздоравливала, а родители рассказали, что с ней случилось. Мне очень жалко Яну, потому что она занималась добрыми, так сказать, делами, а так получилось. День Святого Валентина для Яны символический праздник. И она сказала мне сегодня, что у нее в душе есть силы для того, чтобы перетерпеть эту болезнь, это недомогание. Она обязательно пообещала, что скоро встанет на ноги. Доктора сегодня сделали консилиум большой, определили, что у нее появилась чувствительность в левом бедре. Мы знаем, что вот эти силы душевные, которые сегодня присутствуют у Яны, дадут обязательный результат. Яна будет ходить. Мы в это верим.